А в социальных сетях огромное количество комментариев, таких с восхищением, с придыханием. А Путин переиграл американцев, он выкинул их из Афганистана. Мне вот интересно, эти люди вообще дают отчет происходящим в стране? Или только восхищение в голове у них? Я думаю, что то, что сейчас происходит в Афганистане, это получается ИГИЛ 2.0. То, что у них не получилось сделать в Сирии, на территории чужих государств, это будет сделано на территории Афганистана, когда Талибан, запрещенная террористическая организация в России, будет признана государством, многими странами. Я не исключу, что и Россия признает Талибан законным государством, законным правительством Афганистана. А дальше что нас ждет? А дальше я предположу, что Талибан создаст витрину. Витрину такого международного халифата. Когда ближайшие страны, нищие страны, в принципе, как и Россия, будут смотреть и говорить: «Воу, смотри, халифат, мусульманское государство, смотри, как они живут». На данный момент там сейчас не планируется закручивание гаек, и много-много будет позволено, вплоть до работы СМИ и даже критики. И что нас там ждет? То, что все подбрющее России плавно будет превращаться в Талибан? Или кто-то рассчитывает, что мы их разбомбим, как в Сирии, за пару лет? Я думаю, эта игра идет в долгую, на разрушение и подрыв и России, и Китая.